Здравствуйте всем. Продолжаем играть Dragon's Dogma 2. Вот, надеюсь, вы лайк поставили, подписались на канал. Мы продолжим играть. Знаете с чего? Вот с последний отдых в гостинице. Обязательно. Потому что мне кое-что, ребята. А история начинается, время отдохнуть. Потому что мне произошло кое-что, ребята. У меня кое-что произошло в этой игре. Второго уровня. Надеюсь, никто в этот раз не будет подходить ко мне. Навыки. Не, ни в коем случае, пожалуйста, не надо. Никакие навыки. Пожалуйста, что мне надо делать-то? Здравствуйте. А как я могу поговорить? Отдохну за 200. Нет, спасибо. Хранилище. Положить. Положить, конечно, все надо положить туда. Вот именно надо все положить. Подожди, я могу одежду тоже положить? А, я понял, одежду я не могу ложить. Ага. Такс. Так. Ага. У нас больше ничего нету, да? В инвентаре. Подожди, легко. Очень легко. Подожди, а что у нее нагружено? Чем она? Да. Так, ну щит у меня, меч, это сам для фонаря. Зелька и вот это вот. Больше ничего у меня нету-то. Продать, объединить. Про чего объединить? Кого могу я? Объединение материалов. Ага, закрыть. Так, пожалуйста. А как я могу посмотреть? Ладно, отменить. Извините, пожалуйста, я отменить. Заходи снова, конечно, я зайду. Потом. О, стоит. Стоит. А, может быть, ждать кого-нибудь, что-нибудь купить. Вот это я зря, конечно. Вот это я зря сейчас. Я могу рассказать, что произошло, кстати. Не подходи ко мне, женщина. Файри. Уровень 2. До свидания. Я просто сразу до свидания. Говорю, потому что у меня вот это вот есть. У меня она... Так, идемте. Короче. Пожалуйста, где торговец? Аж с вами все в порядке? Куда добраться? Пожалуйста, что мне надо делать-то? Пожалуйста, что мне надо делать в данный момент? Мы, конечно, откатились очень далеко назад, конечно. Но ладно. Задание. Давайте по заданию. По следам дракона. А, все, я знаю, что надо будет делать. Ага. Я помню, надо будет через эти вот ворота пройти. Как она? Ладно, идемте. Кто предыдущую серию смотрел, тот поймет, ребята. Мы давайте просто скипнем, потому что мы, диалоги те, которые уже были. Мы вот это вот читали, ребята. Да, принять.
Да, я, мы знаем, что это на время задания. Да, нуждается помощь. Я знаю, что нуждается помощь. Вот именно, нам нужно быстрее идти. И на Y, кажется, было приоритет ставить. Вот это вот, на Y, правильно? Да, приоритет на Y, все правильно, вот это вот ставим сразу же. И посмотрим по карте. По карте посмотрим, пожалуй, карта. Я карта. Чего нет? Текущая позиция. А, ну да, все правильно. Прямо и налево. Так, прямо и налево, ага. Прямо и налево. Ну да. Прямо и налево надо бежать. Все, погнали. Опа, гоблин. Прикажи пешкам. Да, я знаю, что пешкам на команду 1, 2, 3 отдаешь команды. В этот раз я буду вообще, ребята. О, да! Я буду в этот раз очень аккуратен. Да. Давай. Все. Пожалуйста, можешь полететь мне, пожалуйста? Давай я в облако встану в ее. В это же. Короче, я не знал, но она лечит. Других лечит. Не, меня лечит. Я все подберу. Она меня лечит, других калечит. То есть убивает. Неплохо. Погнали. Кстати, надо подбирать все вот эти вот материалы. Надо быть аккуратным, тут эти самые гоблины ходят везде, карта. И на карту смотреть надо. Потому что они могут везде быть. Какие ингредиенты? Тут надо быть аккуратным. Тут гоблины ходят. Даже не подходи, женщина. Спасибо. Тут гоблины должны быть. А, нет, и гоблины. А, эти... А. Летающие мрази эти. Фантомы дурацкие. Помоги... Да, ё-моё, помоги-то мне. Вставай. Да не меня надо. Как её... Да... Блин, ее что, сейчас замочат? Ой-ой-ой. Воскрешение пешки. На. Да почему у меня сегодня так? Давай. Летающие мрази. Давай пойди сюда, мразь. Бля. Мразь. За кого ты, мразь? Так. Так мы его отпинали. My thanks. I do not believe for a moment I could have slain those. I've only just enlisted, and you saved me this time. Да, я спас тебя, все. Спасибо, до свидания. Making our report ought to be our next priority.
Так. Мне нужно тебе обратно бежать, я помню. Короче, погнали. Чего? Паша, зачем нам вор нужен в команде? Вопрос, нафиг нам вор нужен в команде? Ну, я бы в команду взял бы этот самый, как его взять-то? А, как его взять? Как сказать этого? Я не знаю кого. Так. Так, давай скипнем все вот это вот. Мы это уже проходили с вами. Так. Так. Да, мы с вами уже это проходили. Пожалуйста, куда она бежит-то? Ой. Подожди, а куда она бежит? Нам не туда ведь надо. Карта. Карта. Нам надо сюда идти. А! Все правильно, наверное. Правильно ведь она бежит? Карта. Ну да, все правильно бежит она. Погнали тогда. В обратную сторону. Короче, доложили о выполнении задачи, побежали. Сейчас мы это... Ебать, опять эти фантомы! Големы фантомы эти. А как это можем... Вот, типа, вот во время, блин... Да еще гоблины тут! Да вы издеваетесь! Тут... Вообще четко, ребята. Да ну нафиг, вставай, ёбаный насос, Жора. Слишком медленно. Кто... А как этих фантомов-то, дурацких, убивать-то? Где она? Кто? Где эти фантомы вот этот вот? Вот, вот типа вот именно, бля! Надо двигаться, чтобы она... Да ёб твою. Летающая мразь это. Был бы лук, я бы ее замочил бы с луком. Вот, вот именно в атаку, когда она внизу. Надо подловить, когда она пытается атаковать нас. О, да, молодец. Вот, ой, хорошо. Хорош. Хорош, она огнем подпалила. Прямо, подожди. Помочь. На три. Ведь она может это самое меня лечить. У нее это самое. Да я ее вот именно взял, потому что она маг. У нее, кстати, мне бы лучник подошел бы. В наемнике бы. Да ёпта, еще гоблины эти дурацкие. Щит. Так. Подобрать. Пожди, чего? Яблоки растут. Серьезно? Яблоки собрать. Пожди, почему она яблоки не собирает-то? Нам точно не в туда идти. Или туда. Ага. Вопрос, а я могу перепрыгнуть ведь? Подожди, ведь я вот это вот могу перепрыгнуть-то? Да нет. Да какой ты это сам назад, пожалуйста, тетя? Тетя, подожди, я могу перепрыгнуть? Да, могу перепрыгнуть, подожди. Да ёпту, ёбаные фантомы эти дурацкие.
не дает даже мне это самое забрать. Эликсир. Эликсир. Паша, а как она забралась сюда? Да ёбаный фантом этот дурацкий. Блин, надо обратно срочно, обратно прыгать надо. Прыгай! Блин, а, блин, надо... Бля, мне пиздец. Блин, надо срочно выбираться отсюда. Потому что это самое как... Опа-на, откуда зель... Эти самые зелья, я хотел сказать. Бежим сюда. На дорогу именно надо бежать. Пожалуйста, где они? Блин. Вот именно надо сюда бежать, чтобы они это самое... Ой-ой-ой, пиздец нам, да? Подожди. А я ее могу воскрешать безгранично? Вот давай, поднимаемся, поднимаемся, быстрее! Да ёб... Улеглась поспать. Молодец. Давай идем сюда. А пожда ко мне. Ебануться она летает. Да ёбаная это самая сиськата, сиськастая это самая птица. О, кстати, полетиться надо. Давай иди сюда, мразь летающая. Да где она, эта летающая мразь? Я бы был бы лучником бы, я бы ее бы замочил бы. Да. Средневековое приветствие, ребята. Все по секретным материалам, ребята, прямо. Ага. Идемте. Главное, чтобы этих гоблинов тут не... ну, естественно, там гоблины тусуются. Давайте мы нападем на них. Они на нас нападут. Ебануться! Это жирный гоблин какой-то. А, нет. Оп, блок, блок, блок. Так. Опа, щит.
Да куда ты дудишь? Ебать, у них подкрепление. Оп. Так, минус один. Да ёбаный бро, я блок ставил. Блок. Тварь. Так. Так. Ёбаные гоблины эти. О, пожар его, молодец. Хорош. Вообще четко. Да куда ты поднялся? Оп, у меня тоже блок есть. Смотри, у меня блок тоже есть. Я тоже в блоке. Опа, тебе не поможет. Ранг повышен. Ранг 2. Ебануться, мы раскидали тут всех. Офигеть. Master, I'm not sure how much longer I can keep going without rest. Без отдыха. Мастер? Пожалуйста, почему я мастер? Пожалуйста, почему я мастер? Я... Как его называется-то? О, без отдыха. Пожалуйста. Без отдыха я знаю, где можно отдохнуть, кстати. Подожди, а у нас есть... Без отдыха, карта. Подожди, без отдыха. Нам нужно идти вот туда и сюда, вот. Блин. Собрать. Тут нету костра. Чего? Цифра 3. Пожалуйста, ведь она может лететь и себе, и меня, ведь, правильно? Ладно. Неважно. Идемте. Так. Мы правильно ведь идем, правильно? Мы можем пошифтовать. Давай, кто быстрее? Опа-на! Эдгар! Эдгар, что ты тут делаешь? Ебануться, тут Эдгар! Ты кто у нас? Так. Шестого уровня. Добросердечный, ты кто у нас вообще? Посмотрите на форму пешки. Ты кто? Пожалуйста, кто он? Во-первых, мужик. Это сразу минус. Второй это что минус? Кто он? Он воин. Сразу же тоже минус. Пошел в баню. Мне воины нахер нужны. Я только... Мне бы в команду лучника бы найти бы. Нормального бы. Собрать. А, ну да, мне в эту сторону надо идти. Погнали. Да-да-да, я знаю, что надо будет делать тут. Просто тупо походить надо, и это самое... So, this is Melv.
The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. Tis an immutable truth of this world. Так, погнали. Очень обидел меня. Прямо очень сильно обидел, конечно. Так, а ну-ка. Какие эмоции, ребята? Какие эмоции? Так и хочется сказать, не верю я. А мне именно надо бегать по этим самым. Вот тут колодец есть. Какие эмоции, ребята? Посмотрите на лицо. Как ей хорошо, как будто ее вставили ей. Колодец. Ух ты. Не верю. Ах ты, спадла. Это она стреляла в нас. Там вот это самое. С арбалета. Это она. С этого гигантского арбалета. Или... О, какой дракон. Да не рычи, у меня незерит. На защиту 4. В атаку! Мне еще этот самый, как его называется-то? Ебанусь какой он. Ни хрена себе. Ебанусь, какой он большой дракон. А что я ему могу сделать-то? Прокол. А что я ему сделаю? Серьезно? А лучницу? Эй, ты! Тишу, ух ты! Давай, у меня назыри твоя броня, мне похуй. И огнестойкость у меня. Я сейчас выпью... Ой-ой-ой, как страшно. У меня зелье огнестойкости, мне вообще похрен на тебя. Ебануто, мы в шашлык превратились. Пережаренный. Ебануто, пенетрейшн. Да, сердце... Серьезно? Тут какая-то магия, ребята. Сердце бьется. Поэтому он вынул, и сердце бьется наше. Ага, сердце сожрал. Что с этого момента? Обязанности и долг. Обойдешься. Обязанности и долг ему. Найду тебе и это самое. Пущу на коврики. Здорово, тетя. Мне хана. Вы знаете? Не, я с тобой не буду. До свидания. Я это самое, гейм-овер у меня.
Пожалуйста, что она сидит читает у меня передо мной? Она ведь не маг, чтобы читать. Здорово, тетя. Хреново чувствую себя. Как там было? Или нама? Какой второй раз? Третий раз? Ты ведь с дракой, это самое, стреляла в меня. Вроде бы. Или нет? Или это сам похожая моделька стреляла в меня? В головешку. Я какой в головешку я получилась? В шашлык пережаренный. Hung on, and by some miracle, survived, arisen. I'm afraid I don't understand your meaning. Ядрит, короче, смотрит на нас, это с такими глазами, как будто это сам труп видит, который говорит. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated. Ну тут, конечно, анимация лицевые, это еще то, ребята, дерьмо. Open up, FBI! За что это самое меня уже стучаться? Слушай, она же подкатывает к нам. Береги себя. Конечно. А, этот. Давайте ускоримся, короче. Потому что... Да, все, я... Короче, ребята, в общем-то... Да, я знаю, что она на лекаря учится. Короче, она на лекаря учится. Короче, помощь. Сейчас. Давай, купить, пожалуй, фруктовой пилюли, купить, все, отменить, все, да, иди в баню. Да я знаю, что это тоже на время, это задание, кстати, это тоже на время. Вот, пожалуйста, вам одна штуковина доставить. Да. Все. Все. Вот. Шикарно. А, пожалуйста, тут можно Да. Что? Да ё-моё, да я случайно медь достал, извините. А я буду ждать в темноте, обязательно один из фонарей. Я понял. Я помню, еще надо было вот сюда вот зайти. Вот сюда вот надо было зайти. Да, здравствуйте, шановный, он, слушай, на казака похож. Да, я даже не буду, все. Умение метра, чё? Давай, погнали. Отдохнуть. Хранилище.
хранилище. Положить. Как можно... Shift выбрать несколько. Shift-ом все ложить, да? Подожди, чё? Я хочу Shift... Вот это положить, это положить, это, вот это положить, это... Вот. Легко. Почему? Кольцо. А у нас что в сумке есть? Отменить. Умение. Далее. Мы уже это читали. Вот это вот надо обязательно сюда поставить. Да, это тоже надо поставить, да. Сюда. Все. Навыки оружия. Умение. На С. Подожди. 161. Это у меня. Тьфу ты. Вспышка. Да, без... вспышка, набег. Твой набег, уберег. Блин. Это вот это вот офигенная штуковина. Кстати, вот это вот. Блин, у нас только 425, а тут очень дорого все. Я покупал вот эту вот фигню ведь. Да, я вот эту вот фигню покупал, он офигенно, кстати, бьет. Давайте возьмем ее, она офигенно бьет. И это возьмем, давайте. Давайте поспим до утра. Ну, конечно. Though the sun is still up. Она говорила, что нам нужно отдохнуть. Давайте поспим. Пофиг. 300 бачей потратили. Пофиг. Короче, 30... Зато мы отдохнули. Это самое. И теперь с ней все окей. Правильно? Ну да. Теперь она не уставшая, теперь она с ней все в порядке. Поговорить с ним давайте. We also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can't myself. Положить в хранилище. В хранилище положить. Что мы можем положить в хранилище? А как я могу переключить? Вот так. У нее тоже есть. Блин. Ой, нет, это не надо ложить. Так, у нее что? У нее вот это вот лампа, вот это есть. Это и одежка у нее есть, да? Пожалуй, у меня что есть тогда? У меня есть фонарь. Это и одежка у меня есть. И кольцо есть. И все.
Очень легко. Легко. Ага, все. Да, все отменить. Да, давай, до свидания. Я хочу, кстати. У нас есть кольцо. Кольцо у нас есть. Так, снаряжение, у нас есть кольцо. Вот. Надеть на левую руку. Вот. Шикарно. Ага. Так, погнали. So this is where you've been. Shall we seek some answers? Так. Пожалуйста, кто там побежал? Вот это вот. Вот это вот кто побежал, вот это вот. С плащом. Только что. Минуточку, я хочу кое-что сделать. Подождите, я хочу кое-что... If you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Давай поможем. You're a good sort. I'll not soon forget this. Учи, это самое не забудет он. Учи, давай это самое золотыми мне плачи. Here's what I need from you. A Basque of Saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to enlist your aid in driving them away. I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the Saurians scattering. A Saurian nest so near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there as quickly as we may. Пожалуйста, это ведь на время тоже ведь, правильно? Вот это вот задание, которое сейчас только что выбрал. Подожди, Y. Где бочки, где? Где бочки взять мне? Что? Откуда мне взять бочки? И какие бочки? Откуда взять? Подожди. А, мы можем ведь отсюда обойти. Пога. Пожалуйста, а куда идти мне надо? Подожди, карта. А, нет, не карта. Подожди. По заданию. Да, запросите, где связь с бочками с взрывчаткой. А где? Где что? Где оно? Подожди, F. Смотреть. Ага. Да, Нет, я с тобой не хочу базарить! А, не, еще не время. Все, до свидания. Я с тобой не хочу базарить, спасибо. Подобрать бочку. Спасибо. Пора, куда бежать надо? Я понимаю, что бочку взять надо. Пора, куда ее кидать надо, бочку эту? И где гнездо? Пора, а где гнездо? Так, я бочку взял. Здравствуйте, вам не надо эта самая бабахалка? У меня тут есть ТНТ. Про где оно находится? Там вот на горе находится это гнездо. Главное сейчас не уронить эту бочку. Иначе будет... Ой-ой-ой. Опа-на, гоблины. Тихо, спокойно. Спокойно, тихо. Ух ты ж, блин. О-хо-хо-хо-хо-хо!
Ебануться! Ни хрена себе! Вот это маг! Ебать! Вот это маг! Вот это я понимаю! Магия рептилий! Ого! Да куда ты идешь, эй? Бля! Ой! Тьфу ты, да я случайно тебе махал. Эй, а что она делает со мной? Отпустите меня, пожалуйста. Кто мочит? Кажется, он минус. Партия на X. Нифига себе, вот это магия. Блин, вот это я купил магию. Для этой волшебницы. Ебануться. Она очень опасная теперь стала. Пожа, где именно? Вот там вот наверху, может, вот там? Подожди, а Е взять. Ни в коем случае это надо. Нифига себе. Ебануться, какая бочка большая. Идемте на. Вот туда вот на гору надо, может быть, идти надо. И закидать. Ладно, давайте не будем шифтовать. Блин, мы уже устали. Шифтовать. Ладно, давайте не спеша пойдем. Здравствуйте, а зачем мне на кладбище? Давай я возьму. Бери, пожалуйста. Положить бочку. Положи. Нет, не ура! Не. Ебануться, здравствуйте. Я понял, здравствуйте. Угу. Я вовремя пришел. Что ты делаешь? Ловите бочку. Ловите бочку. Бабах. Так, минус один ящер. Там было написано прогнать, а не убить, ну ладно. А мы вообще с вами это. Отбитые на голову. Как его называется-то? Существа. Погнали. Пожалуйста, можно еще, пожалуйста, бочку взять? С ТНТ. У меня этот самый, как его звать-то? Надеюсь, у вас тут все окей. С этими... Как упаковано красиво даже. Какой подарок. Мужик, хочешь... Это, у меня бочка есть. Будешь, мужик? Мужик? Мужчина? У меня есть бочка. Пожалуйста, я что, босиком бегаю? Ебануться, я босиком бегаю. Ага. Шикарно. Шикардос, ребята. Да, у меня одежда вообще четкая. Четко-четко. Короче, мне надо броню какую-то купить. Даже если я Блин. Я в предыдущей серии... Ой, серии. Ну да, хотел купить, но передумал. А мне надо купить, потому что там будет жестко дальше. На левую кнопку мыши надо целиться. Да, здравствуйте. Ловите, пожалуйста. Я отойду! Ебанутые я яйца снес тоже. И не только дракона. Ебанутая какая рептилия тут. Здравствуйте, а вы можете меня подлечить? Не надо меня лечить. Извините. Я немножко это...
Так. Ну, естественно, мы будем побочные эти самые задания выполнять. Если нам будет бабло насыпать, то можно побочные задания выполнять. А так это... Так, а ну-ка. Где он? Тебе надо отдать это задание. Пожалуйста, а кто там брал задание? Какой отдохнуть пора? Пожалуйста, а кто давал? А вот это вот нам давал задание ведь. Этот. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. Villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. You'll find the jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Кувшин с ядом? Мастер. Мастер. Бля, где кувшин с ядом взять-то? Нет! Отъебись от меня! Мудак. А, вот кувшин с ядом, да? Это? Подобрать. А куда мне его надо кидать-то, кувшин с ядом? Положить. Положим аккуратно. Ебануться надо аккуратно с этим штуковиной. А что он говорил? А что он говорил? А ну-ка, я хочу еще раз. Закончить. В задание. Бросьте в гнездо ящеров кувшин с ядом, который... Гнездо... А, все, я понял. Ну, допустим-то, подобрать. Самое главное, чтобы сейчас не ударить его. Мужчина! А, мужик! Мужик, смотри, что у меня есть. Хочешь попить? У меня новичок есть. Будешь новичок? Не? Ладно. Так. Ни хрена себе. Какая хрупкая 18-летняя баба у меня. Да она вообще это самое просто. Бочки таскает. Всякие кувшины таскает. Да она вообще похлеще какого-то мужика. Вообще отбитая на голову. Просто. Она там любому мужику просто яйца отрежет. Так, минуточку, пожалуйста. Куда мне надо было идти-то? Все, я понял. Я не туда пошел. Извиняйте. Так. Левой кнопкой мыши ведь прицелиться, правильно? А именно куда надо шмылять? Вот сюда вот? Бабах! Well done, Master. Those Saurians shan't dare approach the village for some time, thanks to your efforts. Да я мастер, то я мастер. Нет, я плавать не хотел.
Да ёб твою, я плавать не хотел я сегодня. У меня трусики намокли. Вставай. Зачем я поплавать решил, а? Погнали. Я хотел перепрыгнуть. А, перепрыгнуть. Ясен красен. А, пожалуйста, куда я перепрыгнуть хотел? Ладно, все, побежали. Вот так вот тогда прыгаем, ладно. Я хотел просто тупо сократить путь. Побежали. Давайте вот так вот будем бегать. Потому что мне... Пожалуйста, где он? Пожалуйста, где этот мужик, который давал... А, он вообще с другой стороны. Даже не думай подходить ко мне. Да отстань от меня! Да Серьезно, и он еще подошел. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps it is a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. And for that, I'm grateful. Ты что, благодать деньгами плати мне? Our task is complete. Чего? О, 12:50. We must leave anon. Да, мне еще время. До свидания. Давай, все, пока. Иди в баню. Сейчас я броню найду себе хорошую. Куплю. Короче, побежали за броней крутой купим. Сейчас я пойду броню себе куплю крутую. Так, Паша, где я броню могу купить крутую? Тут вот, правильно? Сейчас пойду броню найду себе. А, броню мне можно, пожалуйста? Давай броню купить. Так, что можно купить тут? Броня. Сколько у нас? Ебануться, сколько у нас золотишка? Ни хрена себе. Вот это мы... Ага, кольчуга стоит. Ебануться, сколько кольчуга стоит. Пожалуйста. Чего? Защита. Защита, защита, магия, защита магии. За... окей, пожалуй, магия защиты. Пожалуй, что тут? Защита 84. 92 защита. 86. 84. Мне бы какую-нибудь броню такую, знаешь? Вот, вот тут где-то броня была охрененная, вот, 84 броня, 92 защита, да? Да-да? Я бы вот это вот купил бы сейчас, давайте купим, купить, надеть, да, надето, окей, продать, продать, мы можем шмотки эти продать, но мы не будем продавать, Паша, у нас есть... Броня. Да, отменить. Да-да-да, я потом зайду, обязательно. У нас есть броня. Еба, ух ты. Еба, какие мы крутые с вами. Подожди. Купить. А на голову давай что-нибудь купим тоже. У нас... сколько защита? 76. 82 защита. 82 72 72 82 77. Чего? 76 82. Ебануться, мы это все деньги вообще потратим, да. Надеть обязательно. Чего? Нормально. Чего нормально? Купить. Купить. Так, у нас бабла больше нет уже. Замечательно. Купить, окей, отменить. Да-да-да, приду потом. Ебануться, какая мы леди железная.
Ну теперь точно плавать не надо. Ни в коем случае. Э, мужик! Мужик. Хранилище. А, положить. Положить, да. А мне что? А его нельзя снять? А, я понял, это как трусы, типа. Трусы и майка, да? По типу. А, пожалуй, у нас что, легко? А у нее что есть? Ебануться, она опять тоже подбирает всякую фигню. Вот, все. Кстати, теперь надо мага тоже будет прокачать как-то. А, пожалуй, а у мага есть какие-нибудь броня для мага? Там, не знаю, посохи там. Да, ничего. Давай, иди в баню. Пожалуй, а для мага ведь есть какая-нибудь броня? Блин, как она выглядит? Какие у нее ножки? Сексуальные. Так, а ну-ка, подожди, подожди, мне интересно, а я могу? Да купить, подожди, мне интересно, кольчуга. Любым снаряжением. Тут написано, Подожди, тут написано значки! Ебануться, тут значки написаны, нарисованы. Вот, я кольчугу купил. Пожди, я кольчугу какую купил? Вот это вот, да? Я понял. Ага. Вот, легкая рубаха. Она подходит только для магов. Вот это для магов и еще для кого-то подходит. А это для тоже магов подходит. Ботинки и сапоги. Вот это вот для всех этих самых подходит. Ага. Кольца. Я понял. Все, ребята, я понял. Я понял. Блин. Да, все. Давай, до свидания. Ой, извините, я... я случайно медь достал. Кстати, я не увидел тут сундук. Зеленушка? А, пан Зеленский! Добрый вечер! Положить, конечно. Положить. Вот это положить. Положить. Вот эту вот одну штучку положить. Вот, все. Прям мне вопрос. А сколько я могу ложить в этот самый... В хранилище? Забрать, продать, забрать. Подожди, а сколько я могу ложить в хранилище вещей? У нас есть в хранилище еще вещи. Походный ранец путешественника у нас есть. У нас есть вот та вот фигня. С этого самого делюкс издания. Камень пробуждения. Камень пробуждения.
Давайте возьмем вот это. Походную сумку давайте возьмем тоже с собой. Ключи. Я не знаю, ключи нужны будут или нет. Ладно. Блин, чё? Подожди, подождите. Давайте положим обратно. Я передумал брать. Короче, я передумал брать. Это самое. Если что, потом где-нибудь заберем. Может быть. Потому что я не знаю. Кстати, по пути можно еще подобрать ранец другой. Но... А что у нее? У нее ничего нету. Ладно, пофиг. Отменить. Да-да-да, все. Плежа. Я пошел. Пошли. Идемте. Пошли. Идемте. Ведь тут больше нечего выполнять пока что, да, наверное. Камень. О, вот, камушек. Я камушек нашел. Пошли. И что? А, лучник. Это маг. Сведения. Это тоже маг. Чего? Да мне не надо, мне вот хватает пока что. Слушай, пока что я, может быть, даже с одной может бегать. Потому что она офигенная. Если ее вообще прокачивать. Слушай, если ее прокачивать, вот ее и броню дать для мага, ну, офигенную. Блин. Едрит колотить, вот эта броня у меня. То есть в ней точно не надо плавать. Пожди. Вот, а это ты кто? Слышишь, ты кто? Дай зайти. Она стоит в этом самом. Кстати, кто ты? Well, you ought not strain yourself, not in your current state. Сундук открыть. One Wakestone shard is a mere rock, but combined they can work miracles. Я чё, камень подобрал какой-то волшебный? Я теперь, этот, как его, Гарри Поттер и волшебный булыжник я нашёл. Чего? Какая-то тень непонятная здесь. Ладно. А можно покушать? Не? Да, двигай. Двигайся. Так. Ну, тут, конечно, эта фигня стоит. Ты, слушай, то же самое стоит. Что там стоит, то тут стоит. Просто тупо сделай вот это вот. Как его называется? Это вот, как его. Модельки вот эти вот. И просто натыкали на разных локациях одно и то же. Просто натыкали. Просто халтура.
И за такое деньги, ребята, и за такие деньги это такую халтуру продают. Подожди, я хотел идти в этот самый. Подожди, я в инвентарь хотел посмотреть еще, что у меня там есть. Подожди, что там за булыжник я подобрал? Или я что там подобрал? Предметы. Я что-то подобрал. Ага. Ага. А. Ладно. Ладно, погнали. Ладно, погнали. Паш, где моя подружка? Шоколадная, вот она. Идемте. Ага, она еще та опасная. Ё-моё, она там огнем. Надо от нее подальше держаться. Она очень опасная. Она огнем мочит. Только она немножко тупит иногда. Тут есть торговец. Купить. Что? Длит колоть и сколько? Ебануться за такое бабло. До свидания. У меня столько денег нету, чтобы купить. Серьезно. Погнали. Да отстань от меня, мужик. Да, ты ебись от меня, мужик. Я тебе яйца отрежу. Я тебя скину в речку. Ладно, идемте. Да-да, make haste. Погнали, все, я готов. Давай, идем, все. Пошли. Идем. Boy, where do you think you're going? Our destination is the border checkpoint. Ты что, не охренел? Куда я иду? Подожди, я что, не в ту сторону? А, я понял, меня не пустят, да? Ага, я понял. Типа, именно если я взял задание, типа, скажу, следуй, пожалуйста, по заданию именно, да? Угу. Погнали. Ага. Надо быть аккуратным, кстати, сейчас. Тут эти гоблины ходят. Они это... Вот там вот гоблины будут. Вот там вот наверху. Сейчас я, знаешь, что сделаю? Как тот раз... Короче, вот так вот сделаю. Просто тупо нападу на них. Сверху. Ебануться, гоблинов замочили так. Подобрать. Ага, фруктовые пилюли. Кстати, тут еще вот это вот есть. Подобрать тоже надо. Погнали. Опа, там есть. Ёбаные фантомы эти дурацкие летающие. Давай, подойди сюда.
О! Заебись, пиздим! Кто? Мы все замочили их? Ебануться. У него офигенный меч. Ой, офигенный меч у меня. То есть, магия у него офигенная, кстати. Опа, кстати, вот подбираем обязательно. Кстати, мы можем на гоблинов напасть. Пацаны, в атаку! О! Давайте все разом на них. Во! Во! Ебануты, в этот раз мы вообще... А кто? Слушай, неплохо-то. Офигенная магия-то. Я могу спуститься? Я хочу посмотреть, что там внизу творится. Тут... Ага. Тут их булыгой накрыло. А тут не говори, что тут ничего нету полезного. А, там гоблины. Тут гоблин. Да-да-да, у меня щит. Давай, иди поплавай. Ох ты ж, бля. Да откуда они взялись-то, эти гоблины? Кто? Ох ты. Ха. Ебануться, их всех тут замочили. Ага. А это ничего, мы что с пути немножко сбились? Бля, я ни хрена не вижу. Вот при этой атаке я ни хрена не вижу, потому что когда она огнем мочит. Ебануться. Жесткая. Так, тут есть трава. Подбираем. А мы можем обратно вернуться? Это кто за... пацаны, идемте штурмовать город. Здравствуйте, мы пришли штурмовать город ваш. Сдавайтесь. Я ваш царь. Ладно, мы не туда идем, я знаю. Мне надо вот за этим вот бежать. Ага, идемте. Let me get that. Не говори, что нам обратно надо идти. По воде. Серьезно, нам обратно надо идти. А тут надо аккуратно, тут эти самые. О, кстати, тут фигня есть какая-то, которую я не заметил. 100 золотых. Окунь. Ага. Нет, иди. Так, а ну-ка, идите вперед, мужики.
Сейчас посмотрим под юбку. Вот это вот. Это ведь мужик? Подожди. Подожди, это мужик. Тьфу ты. Или... Ладно, так. Подожди, а я тут... Ебануться, я тут не заметил... Серьезно, я тут не заметил... Ебануться, я тут бабло не заметил. Как такое может быть, ребята? Я бабло не заметил. Блин, уже ночь наступает. Прав, в какую сторону надо бежать? В ту, да? Ага. Идемте. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Чего? Куда она? А куда она идет? Подожди, а куда она? И что она собирается делать-то? Схватить. Зачем ее схватить? Подожди. Поговорить. An endeavor to survive every battle by way of sound strategy and if where ought we to go now? А почему мы... Ладно, я пока что не понимаю, но ладно. Идемте. Я не буду тратить свой фонарик. Я хитрый, ребята. А у них есть фонарик? У этих вот фонарики есть? Пускай освещают нам путь. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Who's that you've brought with you, Watchhead, sir? Господин старший страж? Страшный страж. Мы это уже, это самое, как его. Мы в предыдущей, как его называется, это, серии читали это. Ход времени. Shift R, да? Да, да, я знаю, что темно. Естественно, что тут темно. Ага. Тут мост должен быть. То есть, по идее, завтра они мост построят. Пацаны, идемте. Идемте гасить. Чего? Клюква? А какая именно? Красная клюква. Нам бы сейчас поспать бы. Yet, it is nowhere in sight. Aught may have befallen it. Best we press on. Подожди, куда нам торопиться надо? Алло. Поторопиться-то поторопиться, подожди. Нам бы сейчас поспать бы. Какой торопиться? Подожди, у нас тут... Костер есть. Я могу... Короче, я могу... О, тут фонарь есть. Жидкость для фонаря. Масло. Ага. Замечательно, спасибо. Да идем, идем, идем. Ну, тебе уже немножко лучше стало. Кстати, тут костер будет. И тут я могу лагерь построить здесь. Правильно? Вот тут вот.
Вот это вот я должен лаги развести. А, кстати, сумка есть. Ой, зачем я медь достал? Ты что, дурак? Дурочка, что ли? Зачем медь доставать-то? Подожди. Что, ты решил поплавать, что ли? Значит, инвентарь, подожди. Мне уже инвентарь открыть. Как-то предметы. А как я могу предметы дать? А вот этой. Подожди. У меня что, тяжело? Я знаю, что мне тяжело. Я могу от себя положить. Как я делал это? Вот. Скромный походный... Вот это вот я могу... Нет. Не так я сделал, кстати. Вот так. Тыкнуть надо. Выбросить. Нет. Дать. Да, вот ей дать. Вот, нормально. Спасибо. Вот. Предметы... лагерь использовать. Почему? А! Использовать. Потому что я не могу вот, вот так вот. Да. Разбить лагерь. Разбить лагерь. Погнали, поспим давайте. Какое я ночью не собираюсь никуда ходить. Вот. Пацаны. И дамы, мы никуда не пойдем. Потому что мне лень. Ваш царь хочет поспать. Я. А царь. Да, подожди. А царь. Ну царь, пожалуй, я могу с ней поговорить. Беседовать. Куда и go now? Никуда сейчас go now. Применить умение. Применить умение. Ага. Снять умение. Это мое умение, да? Ага. Это ее умение. Я понял. Да, короче. Все, я пошел спать. До свидания. Извините, я поспать хотел. Вот, идемте. Потому что сейчас. Как его называется-то? Ночью мы точно никуда не пойдем. Пускай дурачки ночью ходят. Мы с вами умные. У нас лагерь есть, мы можем это. Пожи, у нас кто есть тут? Пожи, у нас есть лучник. Пожи, у нас есть лучник. Так. Ты кто, баба? А, ты баба. Пожа? Она баба? Да. Подожди, это воин. Подожди, вот эти вот два воина и три воина, получается. Три воина. Ебануться. Здравствуйте. Серьезно, он прошел. Да все в порядке. Конечно, естественно, мы далеко стояли. А ему похуй! Ребята, а этому похуй! Идет себе! Чешет! Ебануться просто чешет! Вообще, похую! Вообще! Неплохо! Да идем уже! Даже не думай ко мне подходить. Да ёб твою, она развернулась. Ни в коем случае, идете в баню. Тут гоблины будут. О! О! О, огненным фигнёй этой! Мочи! Минус гоблин! Опа, тут гоблин еще есть! Пацаны, здравствуйте! А вы лохи! У меня есть Авада Кедавра! Куда бежишь? Алло, лох! Лох, куда бежишь? Вообще убежать! Ранг
Призвание повышен. 7-й уровень уже, неплохо. Посмотреть. Подобрать. С вами все в порядке? Ну, естественно, ребята. Куда же без багов? Так, а мы ведь всех... Тухая рыба? Тухая рыба. Собираем все. Просто подбираем весь хлам. Нам нужно бабло. Пошли! Куда? Пожалуйста, куда идти надо? Не в ту сторону, да я пошел. Ага. Погнали. Кстати, надо подобрать. Подбираем обязательно. Опа! Ебануться! О! Огненную фигню мне включили! Что, все? Ебануться их! Просто тупо раскидали этих гоблинов! Да, вот именно harvest надо. Собрать ингредиенты. Та ты. Чего? Гоблин еще где-то? А, вот вы где, мрази. Пацаны и дамы, здравствуйте, вам пиздец. Ой, да. О-хо-хо-хо! Ебануться. Кто там? Кого еще надо пиздить? Кто еще тут? Слишком живой. Ебануться там еще его огнем. Чего? Кто? Кто на нас напал-то? Еб! Пожалуйста, тут все целые остались. Чего? 1100 золотых? Ебануться. Она просто чисто пошла, залутала все. Слушай, хорошая бабеха у меня. Она просто все лутает всех. Пожалуйста, куда нам идти надо? Эй! Здравствуйте! В спину, просто в крысу! Просто мы в крысу напали! Подожди, а нас сколько было? Нас четверо было их, то есть их четверо, правильно? Подожди, их четверо было, правильно? Раз, два, три, четыре. Она лечит все. Блин, опять это летачие мрази. Ой, хорош. Ой, хорошо. Бля. Ой, хорош, прилетело по морде огненным снарядом в нее.
Подожди, или еще один был? Сейчас я не понимаю. Подожди, два воина. Чего? Боже, сколько было в начале чуваков у нас? Было два воина или три воина было? Ой, хорошо подрезал крылья летающей мрази. Пиздите ее. Где это? Надо забраться повыше. Вот. Блин. Иди сюда, мразь летающая. Давай, иди сюда. Блин. Опа, ее уже запиздили. Ух ты, ее шашлык сделали. Ух ты. Ебануться, как она тут. Ебануться, лучший скилл ее. Ебануться. Она тут это самое. Прожарку устроила. Пожалуйста, она может... Да, она может лечить нас. Спасибо. Идемте. Кстати, надо подбирать вот это вот. Обязательно. И разный хлам надо подбирать. Тут гоблины будут, да? Естественно. Да, здравствуйте. Вот это вот главный гоблин у них. Да, ёпту, помогите мне, пожалуйста, меня тут это... Мочат. Вот этого гоблина главного надо мочить сначала. Значит, боеприпасы им дать. Сейчас мы им дадим боеприпасов. Чё, всё? Кто на нас нападает еще? А! Чего это, гоблин? Переросток? На, он застрял в камне. А, я могу к ней просто подойти, вот так вот. Так сказать, оп, подобрать. Так, здравствуйте. Тут еще один сундук. Ну, вроде бы все подобрали здесь. Идемте. Надеюсь, эти самые тут... Этих крылатых дурашлепов не будет. Там костер был. Подобрать. О, да, тут костер есть. Мы можем это отдохнуть тут. Да, мы можем тут разбить лагерь. Но у нас день ведь пока что. Можем спокойно идти. Идемте. Так. Погнали. Так. Так, отстань.
Опа, тут бочка была. О, тролль. Да-да-да, я помню. Я сражался с ним. Да что он орёт? А как я могу кинуть в него? В тролля. Лови. Тролль, ловите! Захват крупных противников. Чего? Вы можете схватить крупного противника, нажать Е. Чего? Крупного противника мы можем схватить. Серьезно, мы можем его схватить? А как схватить его? На Е? Е. Да ёпта. Его надо это самое зажать как-нибудь. Тролля. Да видите тролля? Он уже горит весь. Опа, видите тролля? Он упал. Видите его. На! Получай, мразь. Во, его огнем уже шмаляют в него. Надо отойти, он сейчас будет атаку. На, по яйцам! Опа, упал. Пиздить его. Да ничего, они все стоят там в сторонке. Да пиздите его, тролля. Тролля-ля, тролля-ля, пиздить его. Рывок, shift. Отойти надо, сейчас он... Ага. Чего? Мы это уже смотрели с вами, вот это вот. Восьмой уровень. Вопрос, а у меня тут забрать? Ага. Давай на тролля залезем. Я хочу на тролля залезть. Алло. Во, давай с тобой сфоткаемся. Давай это самое, селфи сделаем. Вот, фоторежим где-то у нас, фоторежим. Нет, как можно камеру покрутить? Фоторежим. Вот мы с троллем. Блин. Выйти с фоторежима, да? Пожалуй, может быть, вот такой ракурс выбрать, пожалуй. Фоторежим. Здравствуйте, вот. Типа вот. Я не знаю. Во! Типа мы такие. Мы на тролле! Так, сфоткали. Вот. Выйти. Да, выйти от тролля. Все, погнали. Мы тролля... Пожалуйста, у нас все целы, да? Ну да, вроде бы все целы. Ой. Идемте. Now,
Do you intend to join us? О! Отправить в поезд. Поехали. Да поехали. Только сначала залутаем. Очень тяжело. Так. Ну, едем? А, меня ждут. Куда ты залезла? Ёбаный в рот, у нас в такси это самое. Блин, у нас в такси это самое, попутчица, не про... Ваши билетики, пожалуйста. Кто ты? Лучник? Алекс. 8 уровня. Лучник. Сколько стоит на ноль? За ноль? Ебануться, я бы ее бы взял бы, нанял бы. Слушай, я бы ее бы нанял бы. Серьезно, я бы лучницу бы нанял бы себе бы. Но нет. До свидания. Да, это наш маг вообще просто тупо бегает. Наш маг вообще сумасшедший. На голову. Задремать, X сойти. Бля, я могу сойти тупо просто. Просто без них. То есть, ну, как бы с ними ехать, но... Как бы... С ними, но не с ними. То есть, вот такое делать. Просто тупо в атаку сейчас побежать. Потому что их такси слишком медленное. Подожди, они... О, бомжи. Да, гоблины, я знаю, что гоблины. Мастер. Какой я мастер? Давайте этих гоблинов раскидаем быстро. Опа, оп. Подожди, предметы. Я могу предметы дать. Очень тяжело. Блин. Блин. А, у него две даже, не. А я могу дать.
Блин. А я могу ей что-нибудь дать? Ебануться. Во! Распределил груз. Ебать. Я щит поставил ведь. Ёбаный насос, Жора! Что ты нападаешь на меня? Всё? Успокоились? Почему такая тревожная музыка еще играет? А, это не все, да? Ага, он камни скидывает, да? Мразь, сейчас я вам скину камни. Полетай! Так, о, отлично. Был... Наверху спустил. Так, а ну. Давай, иди сюда. Это что за лагерь у них тут? Блин, меня сейчас замочат, да? О, бля. Бля. Один. А, да. Камень пробуждения. Блин, пригодился камушек-то. Волшебный этот. Булыга-то. Ёпту. Ёбаные мрази эти. О, у меня щит стоял, кстати. Я заблокировал. Ебануться, 9-й уровень. Ебануться мы. 9-й уровень. Ага. Паша, вопрос, из-за что мы дрались-то? А тут больше... А у них что, больше ничего тут нету интересного? У этих гоблинов. Блин. Да, ёбаный насос, Жора. У них тут целый лагерь расположен, что ли. Слушай ты, он напоминает, знаешь, кого мне? Этих самых... По голосу, как будто он миньоны эти. Ух ты. А он труп.
по идее, он должен быть трупом. Потому что его... он упал. Потому что мы с такой высоты упасть и выжить... Подожди, а наша карета там стоит? Подожди, а там, они, надеюсь, все там живы? Подожди, они там, надеюсь, все живы? Подожди, я надеюсь, все подобрал здесь. Я знаю, что мне тяжело сейчас бегать, но вопрос. Я все подобрал. Опа. Гандон, еще один. Здравствуйте. Даже тут несколько гандонов. Ладно, до свидания. Подожди, как он... как ты забрался сюда? До свидания. Мы ему помогли спуститься побыстрее вниз. Ебануться. Эпичные бои гоблинов с гоблинами у нас. Так, едрит колотит, сколько мы тут покрошили. Ебануться, ребята. Сколько мы этих гоблинов тут покрошили. Пожалуйста, где наша карета? А, вот она. Здравствуйте. Вы очень мне помогли. Спасибо вам огромное. Да ну нафиг, гоблины! И да я только что с гоблинами сражался. Ёбаный насос, Жора. Я только что с гоблинами сражался. Еще гоблины. Какой ты дуешь в свой этот рог? Ух ты ж, бля. Ёб твою. Там мы всех ведь замочили-то. Так. Вернворт isn't far from here. Will you join us the rest of the way? А, конечно, с вами отправиться. Into the ox cart, then. Да поехали. Поехали. Пожалуйста, у нас тут все целы, правильно? Наши бойцы именно. Сейчас, минуточку, ребята. Мы-ка, естественно, всех облутаем. Тут пещера какая-то темная. Почему такая музыка напряженная? Что не так? Поехали-то. Ой. Это как можно сесть-то? Поехали. Почему он встал? На следующее утро. А что следующим утром? Мы уже приехали? Так и хочется сказать, как в этом самом в Шреке. А мы приехали! А мы сейчас приехали? Столица... А, о, наконец-то мы в столицу приехали. Едрит колотит, сколько этих гоблинов мы покрошили-то. Эу! Алло, пропустите меня. Я тут этот... Стоп, это кто такой? Слышь?
Шоколад. Да ну быстро. А мне даже о твоем визите, кто, так кто зовет восставший. Да-да, я тот. Здравствуйте. Captain Brandt, this individual summoned a pawn through a rift stone. Several witnesses can attest to it. Though I admit I had my doubts at first, it would seem this is no mere deceiver. This one's not a bad sort. Saved our hides on the way here. As decreed by the great will of our world, there can only be one arisen. Ага, один восставший может быть, окей. That arisen now resides within the palace. Indeed, he is our sovereign and the rightful ruler of Vermont. Правитель, мы этого вашего этого правителя 80%-ного подвинем быстро. It follows therefore. That this ruffian before us is naught but a pretender. You must submit to questioning. If you value your life, you will not attempt to flee. Не пытайся сбежать. Он угрожает мне. Да я вас тут всех покрошу. В салат, оливье. I shall conduct the interrogation myself. Stand watch outside. Жди снаружи. Ты чё? Так, а ну. I beg your forgiveness for my insolence, your majesty. Серьёзно? Моё величество. Серёжа, какое твоё величество? If the Queen Regent had learned of your existence, I fear your life would have been in peril. В опасности. Слушай, он... Он сразу переметнулся на нашу сторону. Вот же шкура. Вот же шкура продажная, а? Он на нашу сторону сразу переметнулся. Он сразу такой, о, ваше величество. Вот, мои, извините за дерзость. Чу-чу. Вот это же мразь, а? Ну, а с другой стороны, если... А вдруг он хороший? А вдруг он... С другой стороны, он окажется хорошим? I had no choice but to treat you as a pretender, lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Не выдавать подозрений. Ну, допустим. Ладно, давайте типа поверим. Ну, типа поверили, вот. Сделаем вид. Your anger is well justified, and I shan't deny you it. However, I am obliged to make you aware of your situation. А, проясни текущую ситуацию, проясни, давай, проясни. Объясняй. Your rival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace as she saw fit. And just after the consul's passing, when 'twas all but certain that her son would take his father's place, кумовство там уже. Reach the castle that the arisen had been found. To Deesa, your majesty's very existence is naught but an obstacle to her own family's continued prosperity. Я понял, нам трон не отдадут просто так. The assassination of the arisen is an impossible feat for mortal hands. В каком смысле убить меня? Да меня там 100 раз убивали! Ха-ха-ха, ебать! Ха-ха! Лох! А если бы он знал бы, сколько меня... А, ладно. Thus, Deesa chose to abduct your majesty while you recovered from your wounds, in order to rob you of your memory with a fell curse and sell you to Batal as a slave. А, вот же суп! Вот же она, а? Сука! Я ее потом по кругу заставлю ее, пустим ее. Following that, she prepared a replacement to serve as the sovereign in your stead.
Жалкую марионетку посадил. Ну ясен, ясен красен, что жалкую марионетку посадили на трон. However, with your majesty returned, I have no intention of twiddling my thumbs as Disa plays her games. I shall devise some plans to further our cause. Pray, visit me a night in the tavern that we might discuss them. Надеюсь, он меня сейчас отпустит. Как его называется-то? А, он ушел вообще. Можем бежать. Бежим отсюда нафиг. You are to trouble the good sir no further. Are we clear? Так, минуточку. Пойдет на задание. Автоматически. Кто нападает на нас? Алло, кто на нас нападает? Пилледжеры? Подожди, тут есть какая-то фигня. Можно почитать, пожалуйста, вот эту вот фигню, посмотреть. Клятве. О, клятве. Ага. Мы почитали. У вас есть тут гостиница? Алло, у них есть тут гостиница? Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. Чего? You there? Did you see an urchin in a cap run past just now? Кого? Tell me which way he went. Кто куда побежал? Солгать, сказать правду. Пожалуй, это выбор какой-то есть у меня. Кто пошел? Да-да-да, поймай этого негодника. Иди лови куда-нибудь. Лох. You're a kind one, aren't you? It would seem I am in your debt. In fact, there's aught I would ask of you, if you've the time to spare. Ага. There you are! Oh, apologies, but our chat will have to wait till next we meet. Farewell. Серьезно, а нас... А нас ведь... окей, нас, наверное, не подобрать. Кстати, подобрать. Почему-то кто-то FPS падает сильно очень. А где гостиница у вас тут? Я в гостиницу хочу идти. Эус! Пожалуйста, куда они отправляются? Без меня. Чего? Пожалуйста, что там происходит-то? Здорово, охранники. Пожалуйста, а это такси куда уезжает-то? Такси? Поехали. Ладно. Такси. Так, цифра 2. Погнали. Так, тут везде охрана стоит. Подожди, где у них тут гостиница? Здравствуйте. Ух ты, у них как красиво тут. Ебануться, как... Сколько у них тут это... Гостиница, это вот тут вот, да, у них тут? Взглянул на мои товары. Нет, я товары не хочу твои смотреть. Да, я твой сундук хочу проверить.
fancy a look at my wares? Так. Чего? Что такое за фигня была синяя? I've just recalled a little tidbit I heard from the locals. Там... Подожди, где гостиница? Мне нужна гостиница, а не забегаловки. Тут какие-то забегаловки. О, таверня. Ну, в таверне, может быть. Подожди, давай давай потом почитаем. Да ёпрасты, она опять шмонает все. Здравствуйте. Охрененно она играет. Ебануться, где у тебя колонки стоят? Охрененно она играет на скрипке, ребята. Ебануться, она колонки поставила, подключила. А, ты кто такая? Здравствуйте. Или такой? А, это она. Ебануться. Или оно. В гостиницу. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Угостите всех. Ты чё, дурак? Скоротать время беседовать. Какой всех угостить? Не, у меня денег нету, чтобы всех угощать-то. Я бы всех бы угостил бы, но... F сесть. А как я могу сохраниться-то? Я могу сохраниться? Система. Сохранить. Сохранить и вернуться на главный экран. Вот, все, спасибо. Фух. Это было трудно. Слишком трудно. В общем-то, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В общем-то, всем, ребята, пока.